Впервые в этом году на избирательных участках установлено видеонаблюдение. Система видеомониторинга охватила более 90 тысяч избирательных участков по всей России. Любой интернет-пользователь может в режиме реального времени следить за ходом голосования на сайте webvybory2012.ru. Сейчас вы можете видеть, как голосуют жители Саратова. На всех участках установлены две камеры. Одна с общим видом на помещение, вторая с видом на ящики для голосования. Общая длительность видео, записанного в ходе одного дня голосования, превысит 260 миллионов минут или более 500 лет.